Здрасте, как думаете, кто делает такие туфли? Ой, господи, что бы дитя не делала, лишь бы не плакала, да? Муж у меня делает парник для помидоров и перцев. Ваня, привет! Оксанка там? Да? Ты что на коленях ползаешь? Ой, какие у тебя руки чистые, это вообще кошмар какой-то. Заморался, да? Что тут в пирожках? Так ты возьми другой самокат. А где большие самокаты? Надо достать их. Я вынесла нас в Турцию, то она у меня что-то сильно вытянулась, прямо очень сильно. Я ее хочу пересадить по разным горшочкам, чтобы она у меня... И потом вот так вот на столбы поставить. Ваня, упадешь! Нельзя так! Так нельзя, ты так упадешь. И не вредничай. Я сейчас пойду белье собирать и новое развешивать. Чего? Парник для помидоров и для перцев. Вот так вот. Из рам строит. Невысокий делает. Что получится, посмотрим. Потом увидим. Курочки наши в заперти, чтобы они не копались. Бью! Оксана раскачалась как сильно, да? Ладно, сегодня ветер сильный. Оксана, ты бы кофточку бы одела на себя. Такой ветер. А ты в одной футболке. Ладно, играйте, пошла белье развешивать. Так, дорогие друзья, я полила три грядки. У меня здесь посажена свекла. Ну, мелочевка. И прополола там грядку с морковками. Эти еще две не засаживала. Марина, где Ваня? Ой, Оксана, где Ваня? Дома? Дома? Все понятно. Возьми, нарви травки, отнеси морской свинке. Ты же у меня большая девочка, умница. Ну, любой травы вон нарви, только не крапиву. Так, дальше, что я еще, ребята, сделала? Прополола вот эти грядки с морковкой и полила их сразу. Так что вот так вот. Что-то потихоньку ходишь, то там прополишь грядочку, то там прополишь. Муж парник делает. Дальше пока еще. Пока парник делает. Да, ребят, по поводу вот этих вот, я извиняюсь, камней. Меня их подруга заберет, она будет гараж строить. Она их будет забирать, поэтому мы пока их никуда не трогаем. Скоро заберет на гараж себе, будет строить. И потом это место освободится здесь. Так что вот так. Дальше. Парник муж делает. Сейчас пока делает для помидоров, потом еще будет делать для перцев тоже отдельно. Короче, несколько парников будем делать. Один там сделаем, другой пока еще не знаю где. Будем решать, где делать. Ну, вот пока вот здесь делает. Там наши кури. Я вам приближу их. Ну, пока столько, да, по идее, это мало. Видите, курочки наши гуляют. Там уж рама все смотрит, всегда таскает. Поэтому вот так вот. И делаем парник. Грядки политые мои. Там еще буду досаживать. Сейчас пойду маленьких накормлю и дальше будем заниматься огородом. У нас день, я иду собираюсь садить, развесить белье. И сегодня хочу пересадить вот эту вот, ребята, землянику. И смотрите, кабачки начинают некоторые проклевываться. Значит, скоро на огород уже высажу. А ребятки у меня бегают. Мариночка! Марина! Все спрашивали, какой длины у Марины волосы. Марина, иди сюда! Марина сегодня не хочет их заплетать, да? Повернись спинкой маме. Повернись. Вот так вот. Стой. Мама. Вот видите? Вот они у нее. Чуть ниже попы уже волоски. Да, грязненькие. Да я вижу, что ты замрал. Сейчас в баню уже скоро пойдем мыться. Марина сегодня сказала, не будет волосы заплетать. И бегает. Я убрала все белье. Сейчас развешу вот это вот белье.
И пойду садить землянику. Муж мне сделал все парник. Сейчас я вам поближе его покажу. Как и что он. И потом будет это. Сейчас будет вот с тех компостных ям перетаскивать землю в этот парник. Так что вот так вот как-то. Еще его прошу один парник сделать. Но он говорит, подожди ты мне, дай расхлебаться сначала этим парником. Вчера тут все посадила. Сегодня еще земля сырая, потом полью попозже. И вот так вот он сделал этот парник. Низ рамы. А сверху вот эта пленка, она будет закручиваться. И вот так тут помидорки будут у меня сидеть. Так что вот так вот, в принципе, неплохо. Сейчас заполнят ее и все. К нам приехали родственники. Я его еще прошу вот эти вот 4 колеса друг на дружку поставить. И туда тоже всякие траву всякую ссыпать будем. И хочу тоже вот сделать как это для огурцов. Ну, не знаю, что получится. Он, по идее, хотел для слива их. Но я его прошу пока для огурцов сделать. Мне. Ладно. 3 грядки полила. Потом вечером еще будем поливать. Прям подсоединю из-под крана, прям хорошенько полью. Ну, а я сейчас пойду развешаю белье и пойду пересаживать землянику. Так, муж у меня таскает перегной в парник, а я иду садить землянику. Там мне сын скопал. Че, Влад, тебе много еще таскать? Сегодня не успею уже, да? Все понятно, значит, сегодня еще не успею. Да все равно надо ему прогреться, значит, сегодня я не успею. А ты навоз будешь туда ложить? Хоть немножко. А, там перегной хороший, ну все, тогда ладно. Я ушла, если что, землянику садить. Пойдем, ребятки, с вами садить землянику. Сегодня целый день на ногах, уставший уже, как не знаю, что то одно, то второе, то пятое, то десятое. Сын мне вскопал грядку, я иду садить землянику. Надо попросить мужа, чтобы обрубил эти ветки. Он тут перекопал грядку, сейчас посадим. Посадим земляничку и потом покажу, что к чему. Так, все, полила грядки и пересадила землянику. Вот так вот я ее часто посадила. Хочу еще купить, ребят, побольше кустов и посадить. Посмотрим, что получится. Может, кто-то может поделиться именно земляникой. Буду очень благодарна. Готова купить, если не дорого сильно. Ну, вот пока вот так вот. Хочу вообще всю вот эту вот грядку засадить земляникой. Посмотрим, что получится. Муж все еще делает парник для помидоров, для перцев. Наверное, сегодня я уже не успею пересадить. Время уже 9 часов. Сейчас пойду детей уже мыть в бане. Сейчас летом хорошо, каждый день баня. Они как чумазики, потому что за весь день, да, Оксана? Чумазики вы. Так, 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 так. По огороду кто бегал? Вот смотрите, натоптанные. Это что такое? А по жопе? Бегают прям по напаханному огороду. Ох, Маринка, ты какая чумазик. Ой, чудо в перышках. Все уставшие, как кони, но довольные. Ладно, пойду дальше делаем заниматься. Так, муж вот так вот таскает и утаптывает тут землю. Ну, уже нормально таскал. Ну, мне кажется, надо все равно, да, прежде чем пересаживать, чтобы она прогрелась хорошо. Че, оно тут даже не пролить хорошенько, наверное, да? Ну, вот так вот пока ташкаем. Скоро будем помидоры пересаживать. Нет. Всем доброе утро, дорогие друзья. Мы с Мариночкой идем в садик. Ваню сегодня пришлось оставить дома. Вчера в бане мылись долго. А что-то сегодня он встал, у него 37 ровно. Я поэтому оставила его дома. Посмотрю, понаблюдаю. Если не будет температуры, значит завтра пойдет в садик. Ладно, шагаем. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Ванечка у нас тут играет, да, Ваня? А папа грядки делает. Да, папа? Ваня, тебе папа лосовок принес.
Вон лопатку, вон положи, вон тебе совочек. Копайся. А это маленькая, вон Ванька ее тут придурялся, играл. Папа мне, он там грядки еще делает. А мы с Егором поехали в город. Бересту нашел? Где нашел? У нас березы нету. Сашка потом приедет, поедете за березой. Ладно, пошла я, Влад, на автобус. Егорку забрала с собой. Ладно, мы поехали в город по делам. На кое-что сделать. Ладно. Пишите, ребята, какая у вас погода. У нас был дождик, но сейчас более-менее погода, но холодно. Сегодня Ваню дома оставила, потому что утром у него 37 температура была. Не повела в садик, решила проверить. Ну, сейчас у него температуры нет, он довольный, бегает, играет. Ладно, поехали мы. Съездила в город, уже и привезла Марину с садика, привела. Сейчас покажу, что купила. Закупка небольшая, денег немного, но в целом что-то купила. Сейчас покажу. Так, ну первое, из-за чего я вообще поехала, мне надо было курицу. Я купила 3 штуки, она у нас сейчас по 146, по-моему, рублей. Потом взяла деткам немножко вот таких вот сосисок, вышла цена 227, вышла на 182 рубля. Так, потом ручки-стирачки взяла деткам. Надо было. Потом себе взяла свой любимый чай 2 штуки. У нас закончился гель для душа. Взяла бутылочку геля для душа в фикс прайсе. Вот такой вот гель-коктейль для душа. Манго. Очень интересный. Ну, арахивую смесь это обязательно взяла. Потом деткам вот такие вот Марине, Ване, Оксе, Маше. Вот такие вот киндеры взяла. Потом взяла витамин С, увидела недорогой по 99 рублей, решила пропить, взяла. Деткам конфетки вот такие вот взяла, желе, жевательные, они любят такие. И попросили меня еще вот такие вот опять взять, мы в тот раз брали, им понравились. Потом булочку вот такую семейную взяли. Взяла в огород себе перчатки, размер L-ку. Света взяла себе горчичные, ее на любимые спагетти. Гречневые, я горчичные, все. Гречневые, извиняюсь, спагетти. Потом взяли вот такой вот острый соус чили. В магните мы брали вот эти вот косточки для нашей масси, зубки, чтобы чистить. Мы периодически, редко-редко очень, но берем ей. И в магните я взяла вот такие вот ломтишки деткам по одному. Помимо этого, дай Света им киндеры, пожалуйста, самым маленьким Марине, Ване, Оксе, Маше. Дальше, что взяла? Ване не в чем ходить в садик. У него обувь вся старая, престарая, страшная. В целом, сначала вот такие вот взяла. 500 рублей, 450 рублей. Они очень плотные, хорошенькие такие, тянутся. Вот померим, посмотрим. Надеюсь, будет хорошо. И в садик, в группу взяла еще вот такие вот. Потому что у него совсем уже все разорвались, старенькие. Ну, все уже рваные, поэтому взяла новые. Вот эти вот взяла я за 300 рублей. Вот такие вот. В целом все мои, ребята, покупочки. А, да, мы еще купили помидоры, огурцы, яблоки и зелень. Укроп, да что взяла. Показывать уж не буду. Но сейчас, по идее, покажу. Так, вот этот пакет укроп. Целый пакет взяла, в заморозку брошу. Тут лук, помидорки и огурчики где-то еще должны быть здесь. Тут, короче, не докопаться. Где-то еще огурчики здесь есть. Ну, в целом, вот такие вот все, ребята, у меня покупочки. Дети радостные. Да, я покажу. Распаковала Света киндер, чтобы посмотреть, что там. Вот такой шоколад с этими с шариками. Еще а колечко дай посмотрю, какое колечко. Господи, какое-то страшненькое колечко. Ну, дети попросили, я взяла. Какая-то ерунда, короче. А, еще и ложечка маленькая. Ну, ложечка, да, ложечку у нас девочки любят. Я вчера, ребята, в огороде 2 вот таких вот ногтя сломала. И такие вот 2 ногтя сломала. 4 ногтя сломала. Надо идти делать. Видите, как они уже обросли у меня ногти. Надо идти делать, а времени нет. В целом, заплатила за садик часть. Заплатила за Марину. Еще на завтра будет за Ваню, так как Ваня сегодня не ходил, поэтому только за Марину заплатила. И надо... А, Свете заплатила за... как она у тебя называется? Типа, что-то типа площадки. Вот так вот.